Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии на уровне сложности Божество в Sidmer's Civilization 6 Gathering Storm новой цивилизации Великой Колумбии под руководством Алехандро Боливара, то бишь меня. Симон Боливар — это какой-то фейковый исторический персонаж. Алехандро Боливар, вот кто ведет Великую Колумбию к процветанию, хотя тут у нас проблемки. На всякий случай вам лучше начать смотреть с первой серии. Ссылка есть в описании, либо в верхнем правом углу появляется. Ну а спонсоры, по идее, должны видеть все серии во вкладке сообщества. На самом деле я для них выкладываю тоже вот как по мере прохождения. Хотя вот для зрителей, наверное, они уже будут выложены сразу. Проблема с местом. Место у нас очень-очень плохое. Соответственно, и развитие. Ну, я хоть как-то тут сейчас пытаюсь немножко выехать. И на всех парах иду в своих Льянеро. Мне кажется, за счет Льянеро мы сможем что-то сделать. Но во всем остальном... Я открываю рыцаря, чтобы как раз ускорить военную науку. Ну... Я вот еще думаю, что и в бомбарды нам надо бы зайти на самом деле, потому что не только для ускорения осадной тактики, а просто потому что города со стенами без бомбард не будут браться. Тут у нас отваливается Вильнюс, к сожалению, потому что мы вышли в темный век, а там у нас Польша в золотом. Ну, Венгрия в нормальном, но тут все влияет. Тут и у Венгрии города влияют, и у Польши влияют. Теми, как написали в комментариях, что надо с Польшей культурный заключить, не будет отваливаться. Мне кажется, все равно будет отваливаться Вильнюс. То есть из-за Венгрии, например. Вообще надо подумать. Надо подумать, как нам далеко вообще до союзов. Ну, у меня с Польшей не такие хорошие отношения, чтобы союзы заключать. Вот у нас дипломатическая служба. Пока торговую республику отключу. Ну, в любом случае, сейчас он точно отвалится, потом надо будет смотреть. С Польшей, ну, какие-то отношения, может быть, можно будет улучшить. Союз вон со Швецией у нас есть. Да. В общем, ситуация тяжелая. Поэтому давайте тут пока не будем Вильнюсу ничего обрабатывать. Давайте будем улучшать Кахокию. У нас промышленная зона строится. Тут рынок есть. А что тут для ускорения гильдии? Два рынка надо. Да, надо еще коммерческий район поставить. Научный. То есть, вы посмотрите, да, даже вот с наукой проблемы. Вот у меня один. Ну, кстати, вот тут можно будет еще хотя бы научный плюс два. Правительственную площадь негде ставить. Это просто мрак. Ну, мне еще посоветовали, конечно... Обрабатывать эти пустые клетки вокруг Улуру вместо того, где я обработал. Возможно, возможно. Не буду спорить. И нам бы еще... А, ну я сюзерены Кабула и Наски. Ох, тяжело. Так. Готов. А, ну у нас тут гавани везде. Тут гавани строила, не коммерческие районы. Хоть на что-то... бонус делать на флотоводца. То есть у нас коммерческий район только в Кахоке имеет смысл делать. Ну и в Киото, соответственно, потому что здесь нету гавани. Но Киото еще вырастить надо. Да. Еще может на рабочих тогда сделать ставку. Кахоке практически не растет. Ну, очень тяжело, ну, очень такая местность тяжелая, просто... Так, давайте мы, может, перекинем, пока вот так сделаем. То есть, когда Вильнюс отвалится, ему у него меньше клеток будет. Ну, наверное, надо перебросить пока сюда несколько войск.
Так, тут арбалетчик полностью прокачанный, да? Давайте те, которые еще не прокачаны. До конца, я имею в виду. Этот. Этот. Ну и лошадок бы, конечно. Они, правда, всадники всего лишь, а не... Ну, просто это будут юниты, которые будут в Льянера апгрейдиться. Давайте три лошадки сюда переведем. Вот так достаточно. А это пускай тут стоит. Этого мы в рыцаря проапгрейдим. Следующим ходом. А, тут у нас пошло... О! Вот и сразу встречаем цивилизации с того берега. Кстати, возможно, там можно будет... Может, сразу делегацию? Нет. Может, сразу можно будет караваны через океан посылать, а не... Нормально тут. Я хочу Майя встретить, конечно же. У меня нечем торговать. У них-то есть, там меха есть и все. Я забыл, что я проапгрейдил каравеллы, и тут как раз... Ну вот, смотрите, да, Австралии вполне. И морские караваны, это будет очень круто. Кстати. Я думаю, что это обработать. Ну давайте, наверное... Вот этот рис я отправлю обрабатывать. А этого отправим... Может, Наска тогда нормальное нарисовать. Ну, блин, вот тут я хочу производственный акведук. Вот так я тут по-любому хочу. То есть на Наска где-то вот, вот с этой стороны надо рисовать. Так, мне еще... Мне... Эту селитру надо обрабатывать. Где тут еще рядом она у меня есть? Нет, нет. Угу, только... Ага, еще и в каракле. Вот это надо отправить обрабатывать. Да блин. Две клетки вот эти, они важные. Правда, мне... Для моих юнитов селитра не нужна, но чтобы накапливалось... Не, почему? Для бомбарды нужна селитра, да, как минимум. А для, да, для Льянеро... Лошади. Ну, так как мы всадников и так лошадьми строим, то апгрейд в Льянеро не будет требовать лошадей. Так, одна катапульта есть. Мне еще надо одну будет катапульту. Блин, да, проблема в том, что я вышел уже во всадников. Не во всадников. То есть у меня уже летучие отряды строятся. А нет, всадники есть. Отлично. Скажите, странно, а почему есть и всадники, и летучие отряды? Легкая кавалерия, легкая кавалерия. Что-то странно. Неужели я могу выбирать и то строить? Я буду всадников строить, конечно. Так, тут стоим, пожалуй, пока. Кстати, нет, таран не буду пока апгрейдить. Там сейчас он отвалится, появятся юниты. Куда нам отправлять лучше? На золото, если в Рим, да? Может, из Картахены до Австралии как-то добивает, нет? Неужели вот из Богаты до Перта не добивает? Слушайте, давайте подождем. И из Богаты я бы на деньги отправил... Тут дороги проведены, так? Из Каракаса, правда, еще ничего не бегает. Ладно, давайте из Каракаса еще дорогу проведем. Я тут просто юниты строю.
Я понял, первый ход очень длинный. У меня просто был перерыв в прохождении, несколько дней не продолжал. И поэтому немножко тут. Давайте катапульты. Нам надо две, чтобы бомбарды как минимум было. Нам задача на эту эпоху. Эпоха, насколько сейчас началась, в общем-то, примерно. Нам задача на эту эпоху кругосветочку сделать, всех повстречать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 9 не встречено. Ну, нет. Подожди. Хотя, кстати, железо можно попродавать. Нам 10 железа сейчас только нужно будет на рыцаря, и все. Остальное все можно продавать. Право прохода, кстати. Нет, давайте вот так сделаем. 5 золота вход, да? Нормально. Так, ну это Шотландия меня не беспокоит, честно говоря. Мы ее как-то вынесли вообще без проблем. Mercy, I asked. Так. Вильнюс будет сейчас отваливаться. А, слушайте, а вот смотрите. Я вот не обращал внимания в прошлых сериях, но он дает постоянный эффект плюс 5 к боевой мощи вообще любым юнитам любых эпох, в отличие от обычных генералов, которые дают по эпохам. Какая крутая штука-то. Это я сейчас смотрел, думал, может он не влияет на всадник, а он на все влияет. Ну это очень круто, конечно. Сейчас, по идее, когда Вильнюс отвалится, должны мушкетеры появиться. Вот я вот думаю, могут ли они мне моих всадников замочить. Вот видите ли, летучие отряды я могу только строить, а не всадников. Все-таки пропали всадники, наверное. Так, блин. Интересно, а почему в Боготу не был показан маршрут? Ну я в Боготу отправлю пока. Да, почему-то до Австралии, мне кажется, потому что не открыто вот тут вот, все так сделаю, то можно будет уже отправлять караванчики и в Австралию. Может, давайте с австралийцем. О, видите, уже дружбу можно. Отлично. Слушайте, вот союз с Австралией, это будет очень здорово. То есть я думаю... О, я могу... Стоп, я уже в союзах? Блин, я реально подзабыл просто, я сорян. Да, я госслужба, это же не дипломатическая, это госслужба требуется. Отлично, парень, союз. Ей, экономический. Культурный, кстати, вот можно теперь будет с Польшей попробовать. 2 золота вход, почему нет? Почему нет? Отлично, ну и давайте смотреть. Мне все равно надо было караван так отправить, а вот следующие караваны... Да, Даперта добивает, но надо поискать более крутые города, я думаю, тут сейчас будет. А может и нет. Кстати, Перт 14 вполне может быть крут. Ладно, давайте из Коэнки в Перт пока. Из Коэнки же больше ничего не бегает. А, бегает в Боготу. Нет, тогда у тебя тут есть, будет уже караван. Может из Кахоки и бегает, из Коэнки бегает, из Баринаса. Вот, из Баринаса нету. Тут у меня так все тут долго строится. Отлично. Австралия в данном случае очень хороший союзник. Да, мы в курсе, что он утрачивает лояльность.
Очень печальная информация, ну что поделать. Так, это сюда отправляется. Сейчас, сколько у него зарядов? Тоже два. Наверное, вот этим я обработаю селитры везде. А вот этим надо какие-то тут еще наски нарисовать. Вот сюда. Пожалуй, пойду. Блин, что это за говно тут мне мешается? Так. Этот на этого влияет, а этот на этого влияет. Это чтобы следующим ходом больше перемещения было. Торговец в Куэнке готов. Блин, ну я тут центр коммерции не хочу. Научная вообще, наверное, да? Хотя плюс... А, ну да, вон есть. Да, надо, значит, сюда научные два. От Папаяна тут делать, а от Куэнки тут. Сюда поставлю, что надо научное. Это от Папаяна, а кампус этот здесь поставим. Очень нужна наука, реально. Хочу посмотреть, как Вильнюс от... Ух ты, Кристина Паундмейкеру. Интересов польский бронич. Да ладно, Польша, да ладно. Вот Польша, конечно, не в тему мне войну объявила. Ну, посмотрим. Сколько там? 263, но это слабенько. То есть Польшу я не боюсь. Так, ставим... Торговую республику. Содержание юнитов, строителей. Так, к сожалению, у меня нету на строительство юнитов кавалерии только антикавалерийские. Вот, кавалерии древнего мира и античности. Мне надо открыть карточку, это в монархию, походу, мне надо идти. Если ничего не путаю... Хорошо, может тогда пока апнусь всадников в... Да, наверное, так и сделаю. Черные внутренние пути. Ну, может взять пока изоляционизм, я же города не ставлю. И пока у меня какие-то караваны бегают внутри, между городами, только первым я в Перт поехал. Тут вот остальное. Селенцев я не буду строить. Торговую конфедерацию я бы взял, но у меня пока только один караван. Поэтому пока, наверное, изоляционизм возьму. Так. Теперь. Где у нас... В монархии, по-моему, да? Да. Поэтому надо сюда идти. Это первый раз этот генерал командовал парадом славной победы. Прям вообще увидел за 22 сила. Я думаю, такая же сила будет, как когда он в моей империи был. Так мы прям сейчас и заберем, видимо. Так, давайте по максимуму юниты будем качать. Поэтому, видите, я всадником забирал, а вот так сделал. Окно сейчас опять будет отваливаться. Это минус, да, за два хода сейчас отвалится. Но мы тут на этом деле будем зато юниты прокачивать. И раз там Польша мне объявила войну. Слушайте, а может его освободить тогда? Ну, в следующий раз.
Наверное, так и стоит сделать. Надо было сейчас вообще сделать это. Ладно. Так, давайте мы тут проплывем. Может, еще какие-то города более наваристые откроем. Кстати, как там у кого отношения с Австралией? Ну, это война, потому что в Союзе я был. Ну, так, в принципе, у соседей вроде ничего. Я не думаю, что я как-то буду тут портить отношения. И надо бы мне вниз, наверное, плыть. Этой каравеллой, потому что у меня тут сверху есть чем открывать. Сюда поплывем. Ну, в Перт. Да, Баринес что-то вообще грустный в плане производства. Я тут случайно ни с какими ГГшками не воюю? Нет, хорошо. Так, катапульты постепенно подводим. Здесь как раз так, катапульту я там строю. Ну давайте продолжим летучие отряды. На что тут еще строить? Кампус пока нет. Кампус вот тут я бы хотел. Если, конечно, Кабул не выкупит клетку. Центр коммерции тут не нужен. Промышленная зона. Ну было бы неплохо, конечно. Но опять же, пока не сейчас. Летучие отряды мне нужны. Мне надо, чтобы сразу куча Льянера было и нападать на Рим. Блин. Ну, мне надо верфи построить. Мне верфи будут давать хорошее производство. 2, 4, 2, 3, 2. Хотя, может, и не особо большое. Ладно, универы я в любом случае открою, а вот дальше пойдем, наверное, в литье. А, мне два университета, чтобы ускорить надо. Оружейное я все равно не успею. Потом так и так, видимо. Так, отлично. Здесь кампус готов. Давайте, наверное, сразу библиотеку. У меня все-таки Хатуса. Роберт Брюс Паундмейкеру. Австралия, это я в Союзе. Кристина, потому что я в Союзе. И Едвиг. А, так. Шотландец Паундмейкеру. Но это, мне кажется, сейчас как бы вынос человека будет шотландского. 65 силы. 66 науки, 50 культуры против 1080. То есть это шотландец объявил войну Паундмейкеру, чтобы вы понимали. А тут 91... Наука, 108 культуры и 1080 силы. Хм. Кто кого, интересно? Кто кого? 65 сил. То есть у него что-то, один дуболом там бегает? Нет, пожалуй... Нет. Лошадей мы не продаем. Ну давай, иди ко мне. Сюда. Иди ко мне. Польша. Польша, давай, давай, иди. А, вон он откуда идет. Священного места. Что-нибудь тут... Обороноспособности, ну... В принципе, в Кахойке, конечно... Я бы, конечно, вот тут стены сейчас построил. Ну, с другой стороны, я не думаю, что тут как-то мне... Может, сейчас Польша как-то набедокурить. И так стоит. Мне бы лошадей прокачивать, понимаете, да?
Антикавалерийских, дальнобойных и осадных. Ну, я бы вот на двукратный бонус за атаку с фланга шел. Против кавалерии здесь. Так, ну и вот этим добьем. Пока мы союзники Кабула, тут надо качаться, надо воевать. Да, конечно. Я еще никогда не видел шестой циви, чтобы у меня все арбалеты были... Ну, не все пока, но я думаю, у меня будут все арбалеты прокачаны до последнего уровня. Такого я еще не видел. Давайте, наверное, шелк здесь обрабатывать. Давайте я, пожалуй, вот эту клетку на всякий случай выкуплю. То есть, если Кабул ее заберет, будет не очень приятно. Элеонора у нас. О. Смотрите, у меня с Римом отношения немножко улучшились, но... А, они же еще и с Венгром воюют, я и забыл об этом. Слушайте, ну... И, кстати, Венгр проигрывает, но я до Льянера на Рим слишком сильные города. И тем более без осадных юнитов. И как бы мне в Баринасе улучшить... производство. Видимо, вот эти клетки надо выкупить и... ну, конечно, Петру бы... Ну, блин, какая тут Петра вот с таким производством 2,6? Какая тут Петра вообще может быть? Да она будет миллион ходов строиться. Ну, что это вот это? Я даже дам высадиться. Симпала присоединился к... А, кстати, Ацтека еще до сих пор не вынесли. Сколько у него... Аскапацалька только осталось. Удивлен, что... Он все еще в игре. Я не буду даже обстреливать сейчас арбалетами. Я просто жду, когда... Они тут высадятся. Интересно, я Гданьск смогу забрать? Ну, минимум рабочего смогу. Ну, что-то рыцарем вот сюда пошел, отсюда будет атаковать. Ну, прям сверхмозг. Одним рыцарем такой в обход. Обходим. Блин, у меня дорога через Кабульский военный лагерь проходит. Это не очень удачно. Еще и Конга встретили. А, вот Лавенту захватил. Ах ты, Конго воинственный. 13. Еще где-то семеро, и я никак не могу Майя найти. В лидерах, кстати, Япония по науке. Ну да, 147. 148 это круто. Давайте дружить с Японией. Но, правда, союза, наверное, нету смысла с ней заключать. Она фиг знает где. Так, после катапульты давайте рабочего.
что тут будем вырубать и ставить кампус. Вот тут тоже, видите, какой-то район можно будет. Вот тут два района можно каких-то будет поставить, они будут на кампусы влиять в плане соседства. И вот этот кампус, например, будет плюс 3 в будущем. Но какие районы, конечно, фиг знает. Вильнюс. Сейчас ремонтируем, но сейчас все отвалится все равно. Я его освобожу, да. Я его просто не могу удержать. Так, Лян здесь. То есть ее бы... Слушайте, у меня даже правительственной площади до сих пор нигде нету. Ну, может, здесь тогда как раз правительственную площадь поставить вот сюда. И хотя бы такую ромашку. Ну, это, конечно, всего на 4 района будет действовать. Ну, хотя бы. Тогда вот тут точно будет кампуса по плюс 3. Ну, просто здесь. Ну, где вот здесь ставить? Сорян, у меня есть правительственная площадь. Что-то совсем все из головы выветрилось, да? Так, дамба тут уже поставлена, можно удалять. Акведук тут строится. А, нет, она достраивается. О, так тут сейчас производство у меня будет. Отлично. То есть зал для приемов работает. Картахения. Еда производства. Жилье производства. Чисто благодаря Пингале хоть какую-то науку с культурой имею. Так, 6 осталось найти. Хорошо, что этот континент, Чикаго красного цвета. Хорошо, что этот континент недалеко. Можем сразу торговать. Ну что, рисуем? У меня Наска все еще союзник же, да? Тут тогда убираем. Не, вот это, конечно, классные клетки, но у меня бы еще в Баринесе производство какое-то. Наска. О, как раз Наска рыцарей хочет. Ну-ка, удовлетворим. Отлично. А Кумаси хочет... Вдохновение для божественного права, к сожалению, не получится. Я не буду религию основывать. Соответственно, храмы строить. А кто Чикаго захватывает? Австралия, что ли? Да? Хорошо, американец еще с кем-нибудь воюет, кроме Австралии? Да, только с Австралией. Да, смотрите, Австралия Чикаго захватывает. Только встретился, только с ребятами встретились, их убили. Вот так все тут быстро. Ой. Нет, право прохода мы Риму не будем давать. Ну что, мы по идее этого рыцаря должны убить. Вильнюс опять отвален. Что-то я зря, наверное, туда попёрся. Могут мне этот летучий отряд убить вот этим. Так, давайте Вильнюс обратно забирать. Может, мы просто этими сможем, да. И передаем основателю. Ну афиг. Ой, блин. Хотя нормально выкинула, как раз защитила. Ну вот этого странно сюда выкинул, ну ладно. Нет, давайте сначала мастерскую, потом дамбу.
Сколько зарядов тут? Один. Ну, хоть что-то. Или Кита лучше передать. Туда секлит Кита, наверное. Как-то ни еды, ни производства. Вот так будет хоть расти чуть-чуть. Ой, тут уже акведук. Отличненько. Тут у нас производство появилось 8,5. Вау. Ну, тут, наверное, мастерскую начну. А вот здесь все-таки универ. Мне надо два универа. А, тут еще и библиотеки нет. Мне надо два универа. Тут библиотека построилась, да? Блин, тут 10 универ. Это что-то долгое. Давайте, наверное, в летучий отряд. Я сейчас, ну, блин, 8 ходов. А универ купить сколько стоит? 500. Ну, я, наверное, видите, у меня уже плюс 100. Я, наверное, универ куплю. Монумент мне тут не нужен. Мавзолей долго. Ну, тут у меня лян с другой стороны. Давайте строители тогда. Тут Чикаго падает. Так, ну тут Лавента. Наверное, тогда мне вверх надо плыть. О, надо с Францией договариваться о проходе. Тут какую-то ГГшку захватили. Я бы дружбу с Норвегией продолжил. Так, и у меня два шелка есть. С кем бы мне поторговать? Мрамор у Японии. Сахар у Японии. Ну, просто она и так в лидерах. Чем мне ее накачивать? Давайте с американцем Китами. Его там выносят. Ой, тем более он мне заплатит еще за это. 4, правда, всего лишь ход, ну ладно. Сколько может от щедрот? Вильнюс, мне пока он бессмысленен, потому что он дает за наивысший уровень действующего союза все ваши театральные площади получают плюс 50% бонусу соседства. У меня... Не то, что театральных площадей нет, у меня еще и наивысшего уровня союза нет. То есть, грубо говоря, просто с него сейчас получаю две культуры в столице и все. Ну хоть что-то, это лучше, чем он просто отваливался, и там жителей не было вообще. Так, я вот этим рабочим, пожалуй, сюда иду. А, слушайте, еще черепах надо обработать. Блин. Этим рабочим сюда иду вырубать, этим рабочим сюда черепах, и тут начну кампус строить. Классно, я забыл, что у меня правительственная площадь уже построена, конечно. Нет, американец, сорян. Так, меня волнует, что мне там... Не-не-не, мне лошади нужны, ребят. Извините. Чтобы меня тут не убили юнитов. А кого мне сейчас убили? А, этого. Listen, strange women lying in ponds, distribute... Копейщика, нормально. Это не страшно. Так, меняем. Юнит я, по-моему, все улучшил, какие у меня были. Давайте проверим. На данный момент можно... Ну, хотя таран можно еще улучшить. А, во, галера. Так, откуда она тут у меня? Это странно. Так, ну галеру надо апать. А это что дает? Боевой мощи всех морских юнитов. Ну, что нет? А что они у меня тут стоят? Забыл про них вообще. Так, давайте третью каравеллу.
Ну, мечников я только следующим ходом смогу апгрейдить. Арбалеты нет, рыцари нет, летучие отряды, катапульты нет. Отлично. Тогда меняем эту карточку. Скидка на улучшение. Ставим производство. Где оно тут новое? Вот. Плюс 50% кавалерии до промышленной эры включительно. Кого тут магазин написает? Капер с первым уровнем повышения. Военные юниты получают... О, круто. Слушайте, может пойти грабить какие-нибудь? Где мне его дали? Я его на ту сторону переброшу как раз. К поляку. И там буду каперами грабить все любое. Слушайте, реально Вильнюс отваливается даже так? Нет, не отваливается, это, видимо, глюк небольшой. Уходим, уходим, уходим. Настали времена почище. Бьется родная, в экстазе пылая. Богата 2000. Так, здесь мы будем чуть попозже выкупать клетку. Денег. Денюшков нету. Денюшки закончились. Так, этот сюда. Еще один летучий отряд. Может еще катапульту сделать? Нет, нет, я летучие отряды хочу фигачить. Пропускаем. Апгрейдимся. Ну что он там перестал высаживаться, Польша, вот тут? Мне надо летучие отряды мои апгрейдить. Так, тут все обработано у меня. Тут все обработано. Ну вот что есть. У меня 3 заряда. Блин. Давайте лучше туда пойду, вот эту обработаю. Америка сопротивляется вторжению варваров из Австралии. Так, я с Францией хотел открытые границы сделать. Ух ты, смотри, какая тут варварская вольница, блин. Я думал, тут проплыв какой-то будет, а тут, смотрите, что происходит. Так, божественное право открыли. Поехали, ну, в дипломатическую службу, очевидно. Подождите, а меркантилизм так открывается вообще? Ну, блин, почему... переключить не могу. Умер котель, дальше не включается. Что за странные глюки. Ладно, в любом случае гильдии надо открыть сначала. Хотя я удивлен, что у меня нету еще 2 рынков. А, ну да, потому что у меня только в Кахоке, а в Кито я не могу, мне не хватает жителей. Блин, Польша уже стены поставила. Она Гданьск только поставила. Сколько там стены строились? 2 хода, что ли? Конечно. Посольство Норвегии станет желанным украшением. Какая тебе селитра, парень? Селитра у нас вся сейчас пойдет на бомбарды. Ух ты. Чё так больно-то? Я не понимаю. Ну, смотрите. Там капер приехал, сорян. Не увидел капер. Я думал, это арбалет так больно меня.
попробуем этот капер убить. Понимаю, что, конечно, лучники мало против него имеют. Я попробую лучше арбалет вот так сделать. Теперь так. Так. Не убиваем? Убиваем. 50 золотых. Да? 40. 40. Вы ж моты, а? Этот лечится. Тут движемся обрабатывать рис. Тут возвращаемся на родину. Возвращаемся на родину. Польша думала ко мне лезть, а? Смешно просто. Просто смех на дроте. Так, черепашку обрабатываем. Тут вырубаем лес, ставим кампус. Блин, не в тот город. Ну ладно, там кампус оттуда застроился. Так, тут библиотеку, значит. Ну, тут уже пора выкупить клетку. О, ну и на этот, кстати, влияет. Слушайте, а тут хорошо для кита получается. Да, это хорошо. Слушайте, давайте, может, мы одну вот эту отдадим Баринусу. Не думаю, что это сильно прям кита в минус. Да, ведь все равно три хода, нормально. А Баринус хоть какое-то производство появится. А вот где Япония. Ну, далековато, да. Ну, арбалеты не особо много наносят урон морским юнитам. Так, у меня три посла. Кумаси мне бессмысленно отправить, нету театральных площадей. Ну, пока просто оставим. Можно будет в Хатусу отправить, когда универы построятся. Вот сволочь, кто-то у меня пингалу. Блин, это очень плохо. У меня пингала очень много дает и науки, и культуры. Какая сволочь, а, это сделала? Как вы думаете? Я думаю, какая-нибудь римская, мне так кажется. Смотрите, он уже улыбается мне. Блин, там... Он сейчас венгра вынесет, вот это я удивлен. Венгер же так хорош был, плюс у него уникальный юнит как раз. Эти... Как Черная Армия или как... Нет, Черная Армия это... Нет, летучая. Да, Черная Армия. Охренеть. Рим выносит венгра. Ну, а Кри, я так понимаю, выносит... Шотландию. В всяком случае, должен... это делать. Посмотрим, какие там города у Кри. Нет, еще ничего не захватил. Блин, у Австралии всего 4 города, кстати. Такие плотничком пацанчики сидят. Ацтек, тебя уже, считай, нету на карте. Может, ко мне не обращаться. Я считаю, что это призрак ко мне обращался. Вообще. И то, человек с одним городом, да, точнее, компьютер с одним городом, никаким. 25 науки, 18 культуры. Всего в 3 раза меньше, чем у меня. Потому что у меня дофига городов. Класс.
Все, тут ничего интересного. Понятно. Все ясно. Так. Ну, я тут, пожалуй, лесопилки сделаю. О. Арбалетик куда-то плывет. О, копирок. Ну, попробуем копирка завалить. Ну что, понападать на лодь? Блин, жалко, этот у меня не стоял. Меньше ходов будет у армии. Не, что-то больно. Просто это пограбим. Кстати, какие у него стены? Я же смогу, наверное, тогда осадную башню использовать, между прочим, с мушкетерами. Против Рима. Так, тут лесопилку. Тут лесопилку. Калька, но это уже не ацтекский город, он там явно, не знаю, да, это шотландский будет отваливаться в сторону Норвегии. Интересно, где последний ацтекский город находится? Норвежец, ой, венгр хочет посольство, с ней неплохо, соглашусь, я бы, может, даже с ним как бы и задружился, Рим-то попилить. Странно, он капером походил. Ну, я, пожалуй, на этом закончу серию. Ну, тут я обману, конечно, Римня. Хотя, может, еще 10 ходов. Это на 10 ходов действует это. Так, вот тут я две бомбарды как раз сделаю. Ускорить. Блин, мне бы рыцарем кого-нибудь убить. Это я забыл про это совершенно, кстати. Что мне рыцаря надо использовать? Давайте я его переброшу. Опа. А вот это... Вот это ты зря. А где он тут может поставить вообще? Блин, это что-то... Ну, если он тут поставит город, я, конечно, очень расстроюсь. То есть он может пока только тут поставить. А он, скорее всего, так и сделает. Ладно. На этом заканчиваю эту серию. Спасибо, что смотрите, комментируете. Очень тяжело идет партия, конечно. Прям страдания постоянные. Но, тем не менее, я вижу... Я еще вижу, как мы тут можем победить. Не так, чтобы мы сильно отставали по науке. Не так, чтобы мы сильно отставали по культуре. То есть самых продвинутых мы встретили. Вот они, и вроде как все путем идет. Мне надо... План такой, мы должны захватить Рим, потому что он очень хорошо расположен, вот эти города не будут по лояльности никому отваливаться, это точно. После Рима будем думать в сторону Венгрии, и вот это будет действительно Великая Колумбия тогда. На этом все, всем пока, продолжение завтра, а спонсоры должны уже в сообществе все видеть, пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!